будет у нас большого middle-класса просто ровно по той причине, что Путин сознательно делает все, чтобы он не появился, потому что наш middle-класс на самом деле работает только в сфере услуг. Мы все импортируем из-за рубежа, экспортируем нефть. Так устроена экономика, это устроено абсолютно специально. Ну, то есть, я там понимаю, что в Кремле нету нигде программы, да, в которой написано там уничтожить middle class и сделать так, чтобы он никогда не был большим. Я как раз не против выборов, а против того, чтобы в выборах участвовали все. Потому что, нет, я не понимаю, почему человек безответственный и не способный решать собственную судьбу, должен решать мою судьбу.